31 августа город Одинцово отметит свой 62-й день рождения. Центральными событиями станут презентация первого в России музея уличного искусства под открытым небом, созданного участниками фестиваля «Urban Morphogenesis», и красочное карнавальное шествие. Кроме того, в центре города пройдут масштабные народные гуляния. Жителей и гостей города ждет много интересного в течение всего дня, а вечером все приглашаются на концерт и фейерверк.